на теннисе. В настоящем большом теннисе. Вишенские корты. Парк дружбы народов. Ух ты, Славик, Валентин и Юра. Финал. 40-30. Подает Валентин. Внучек он же. Проходит подача. Подкрутка. Ух ты, ну тут. Не смогла я. Юра не смог. Младший. Старший и младший. Папа и сын. Подает старший Юра. Такую позицию я выбрал для видео. Вроде как все. Видно и понятно. Подача проходит. Навес. О, красиво, какая игра, да? Как вам? Ах ты, опять ошибка. Что-то у Юры младшего не складывается. Да, тут самое главное, потом надо за мячкой еще сбегать в этой игре. Подает Юра старший, 0.15. А че? Славе, хорошо. И опять ложит в этот уголок. Вот так вот. Ну, посмотрим, что у нас обстановка, когда. Вот такая реальная обстановка у нас на сегодня, на 1 ноября 2019 год, 21 век. Ну, а грунтовые корты уже в зимнем отпуске, как 2 дня, я знаю. Вот так вот. Грунт отдыхает, хотя еще можно было играть. Сегодня солнечный, прекрасный день. Ну, а градки уже, конечно, устарели, они еще те, постсоветские. В общем, пока так, в таком состоянии, заброшено-запущено. Возвращаемся к нашим теннисистам. Юра старший. Вот этот голубь, представляете, опять летит. Ну что ты будешь делать? Шелестит, он же мучается, ему больно. Как раз первая подача не проходит. Вторая. Валентин. Юра. Рикошет. Вот тут излишки покрытия, поэтому тут так и не сильно-то и получается. Частенько. Трещинки тоже вы видите, да, уже с 90-х, наверное, эти корты бедненькие наши. Но ничего, пока еще работают. Сетка. Ровно. 40-40. Дюс. Юра подает. Цок. Цок. Вот тут браслеточник Юра, хорошо. Ай, да, не сложилось. Ай, блин, неудобно все-таки мне камера, когда рядом с пальцем. Больше. Ты даешь. Ну ты и даешь, ты мне не это. Хорошая подрезка, укороченная. Ох ты, хорош, конечно. Тут на мяче все перед игрой, перед Юры были возможности, и он их использовал отлично. Так, ну что, дорогие, так что приходите, играйте, пока, видите, тут есть корты, есть теннисисты. 5-1. Ого, общий счет 5-1. Возможно, я решек поиграю, сейчас я также с ракетками. Ага, опять не достал. 15-0. Да, ну, орешка уже вряд ли кто снимет на видео, хотелось бы. Посмотрите на свою игру. Всем хорошего. Ну давайте посмотрим, чем закончится этот гейм. Славик. Подкручиваю такие нижние. И тут. Ох, подарок. Это подарок, Юр. О, хорош. Боже ж ты мой. Он потянул это. Это анекдот. Это, как говорит, ну вы смотрите. Ну тут вообще, да, это. Все заснято, ребята. Вы посмотрите YouTube Андрей Орешек. Это гениальный розыгрыш. Как ты там отбил Валентина? Ну это вообще. Широкая география. 30 минут. Вообще география. Широчайшая. А вот. Попробую в роли судейства так же. Лайк подает.
15, так я услышал. Юра. Ну и тут на мече, да, тут хорош, гвоздя забил. 30-30, так? Интересно. Так, эта позиция, мне кажется, такая самая удачная, да? Давайте посмотрим. Тут уже страсти, мордасти. Юра. Ай-яй-яй-яй, сетка, и меньше, меньше. 30-40. Боже, что он сейчас такую позицию. Подслушав что-то, ни о чем общается. Хотя. И почти, наверное, в поле летел. И точное попадание. Берут гейм, берут два Юры и... Приветствие игроков. И это у нас 5-1, Раху, 1-5? 2-5. Очень интересная игра. Но две не проходят подачи. Двойная. Приблизим чуть-чуть. И не будет видно подающих. Центру. Тут разобрался Юра. И Валентин, смотрите, ну и в сетку все-таки. 15-15. 2-5 общий счет. Мы сказали 0-30. Сейчас уточним. Ух, как хорошо положил в линию. Ой, куда ж берут? Боже мой. Что творят канадцы? Ох, тут Юра укоротил. Да хорош, конечно, с подкрыточкой. Сейчас еще счет подслушаем. 15-30. Аут. Так. 15-40 и set point. Break point, set point. Ну и матч наверняка подает Юра. Подкруточка. Замерзли пальцы у орешка. Ух, тут Валентин. На Юру сыграл ближнего. Решил почему-то. Хорошая по центру. По центру можно прострелить. Ах, сложно было. И по центру на орешках. Аккуратно, аккуратно. Резина горит. Боже мой, какая сомпель-помпель. Ну ладно же, прекрасный розыгрыш. Вообще, прямо, ну это круто. Молодцы, ребята. Эта игра есть. Вы посмотрите. Весь мир будет смотреть. Браво. 1+3 будет. Молодцы, ребята. Так, а орешку вместо будет поиграть? Ага, что, орешка не берем, да? Оператор уже смерз. Не берете меня? Ну ладно, я поплачу. Все, давайте, ребята, чао, какао, орешек. На хаос бежать. Счастливо вам, дорогие. Ай.